Так, ладно, если тут кто-то есть, я пока параллельно тут игру запускаю. Короче, пока погружу BFG Edition. Ладно, я пока с вами побуду. Вот здесь вот, потому что так лучше. Блин, у меня такое ощущение, что на более дешевом мониторе моем, втором, цветопередача даже лучше, чем на основном. Я не знаю, почему так. Здорово, гудок. Здорово. Как дела? Я тут сейчас буду сенсу настраивать в третьем думе. 2 дня не стримил, потому что режим после отпуска устанавливал. А, да, кстати, гудок. Слушай, у меня к тебе есть предложение по поводу... Ну, по сравнению со вчерашним, это еще нормально. Хотя ты вчера тоже говорил, что ты стал вовремя, но завел там в час. Чё хотел сказать? Короче, есть деловое предложение по поводу фильмов на аукционе. У меня просто вот уже давно эта мысль гложет, что бы было, если бы, например, я вел аукцион, и ты вот недавно сделал такую штуку, как вот можно будет через какое-то там время ты посмотришь фильм, который купили за 10к. На бусте. Так вот, я обратил внимание, что есть люди, я, например, когда-то, которые берут и каждый аук закидывают где-то по 200 рублей на один и тот же фильм, который никогда не падает, но они его кидают, 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 кидают. И, в общем, мое предложение заключается в том, что можно, например, сделать так, что человек или люди, там, человек 5, например, суммарно, за все ауки задонатили 10к на один фильм, который так и не выпал. Вот суммарно. 10к. И этот фильм тогда будет посмотрен. Вот, так сказать, в какой-то из дней. Потому что, ну, суммарно там уже прилично денег, хоть он и ни разу не выпал. Но человек там упорно по 200 рублей 50 ауков подряд кидал. И там 10к накопилось на одном фильме, по сути. Единственная проблема, нужно табличку вести, гугловскую, чтобы помнить, кто сколько на какой фильм задонатил. Суммарно их вроде как немного. Так, может, человек покрутить хочет колесо. Ну, это вот, да, еще такой момент, что если, например, человека 2, то есть 2 человека по 200 рублей 25 ауков подряд донатили на один фильм, то... И им, например, сказать там, завтра, например, мы посмотрим ваш фильм. И один скажет, а меня завтра не будет, а второй скажет, что я готов посмотреть. Да, в этом вот вся проблема. Да, и считать это сложно. Хотя нет, на самом деле считать, мне кажется, не сложно, потому что фильмов на самом деле не так много. Я думаю, там сотни не будет вот за все ауки. Хотя, может быть, и будет. Так, одна проблема еще то, что основной монитор в ремонте, и мне приходится на ноутбуке поворачивать голову на 90 градусов, чтобы чат читать. Во-вторых, если сейчас копить такие фильмы, то я буду чаще писать. Сейчас сочный пик по зрителям. А, ну это да, просто понимаешь, меня как человека, которого никогда больше
21 человека не смотрело, для меня просто вот там трудно, вот так сказать, воспринимать, когда там пик зрителей, когда не пик зрителей. У меня пик зрителей, когда я запускаю игру, в которую я не хочу играть, вот тогда у меня пик зрителей. Например, Факторка. И люди заходят только ради того, чтобы написать, какой я идиот, что не умею шины строить. В принципе, нормально. Сорян, что не запускаю игру, потому что... Господи, что это? А она будет захватываться? О, слава богу. Так, у нее есть русский язык? Вот, вот, мне всегда, знаешь, что гудок нравился? Ты, ну, может быть, в КС не играл, но... я когда-то пытался полупрофессионально играть в Overwatch и понял, что в большинстве шутеров абсолютно неимоверно говёные настройки под какие-то, я не знаю, консоли, наверное. Потому что вот я знаю, что у меня вот, например, в Overwatch сенса в игре 5, это в Counter-Strike GO сенса 1.5. То есть один в Overwatch это 0.3 в КС. И в любой игре на Сорсе. Вот это вот какая вот сенса? Вот, вот что это вообще? Это 1, это 10. Приходится из-за этого брать линейку, водить мышкой на 360 градусов и понимать, насколько тебе менять сенсу в этой игре. По пикселям. Короче, гудок, в любом случае, ждем победы на 800%. Я не знаю, прошел ли кейк, но если ты пройдешь первым, то с меня бутылка стаута за 400 рублей, как я и обещал. У меня нет, хотя ладно, 120 поставлю, монитор 75 Гц. Единственная проблема, я не знаю, куда слать свой адрес, ты мне вряд ли скажешь. Так. Так. Я понял. Я, конечно, могу поиграть на английском языке, но, блин, есть такая мега-кринжовая русская озвучка, что я бы с удовольствием именно ее поставил. Язык английский, Deutsch, French, Italian, Espanol и японский. Великолепно. Есть японский язык, то есть игра поддерживает Unicode, но нет русского, понятно. Так, Doom 3 обычный тоже ни черта. О, ладно, черт с ним. Поиграю на английском, игру я помню. А, я с МСК. Попытки... Не, попытки очень интересные, но я так скажу. Тут просто... Я человек, который прошел... Ну, многие, конечно, это сделали. Прошел StarCraft 2 на эксперте весь, все три компании. 4. И... Я бы вот эти вот 800% ни за что бы в жизни без пауз проходить бы не стал, потому что либо сейвы, как в Старкрафте, либо паузы, как в этой игре. Потому что я так смотрю, и вот мне такое ощущение, что нужно играть как, я не знаю, топ 100 по рейтингу в Старкрафте втором, то есть как умалишенный прокликивать вот так вот карту. Через мини-мапу, чтобы вот за доли секунды понимать, где что происходит. И реально там АПМ где-то в районе 400 должен быть, чтобы это все нормально делать. И ты должен, вот реально, у тебя максимум секунды на то, чтобы что-то поставить, что-то начать производить. Все остальное время ты должен проверять, никто ли на тебя там не идет. Потому что в основном раны твои заканчиваются, как я увидел,
ой, там где-то кого-то съели, ой, там прибежал этот Матвей. А вот в Старкрафте там люди реально, они одним глазом на экран смотрят, вторым глазом... Вторым глазом, так сказать, на мини-карту. И они видят все, просто все, постоянно. Вот в этом интерес. Да, в этом есть интерес спортивный, я понимаю. Но что-то, блин... Я боюсь после СК 2 в РТС играть, потому что там есть предпоследняя миссия, которая называется «Эссенция Вечности». Там неважно, ты можешь каждые 30 секунд сейвиться, ты все равно должен будешь прощелкивать каждый квадрат на карте. Каждый. Смотреть, проверять, кто у тебя там бежит, кто не бежит, потому что тебя там штурмуют с четырех сторон в рандомный момент времени, и это просто кошмар. Это вот на уровне где-то вот, наверное, вот как раз-таки этих 800%, только с паузами. Точнее, нет, не с паузами, а с сейвами. Вот плюс-минус то же самое. И, ну, если бы в The Abillions были сейвы. Так, ладно. Причем, что забавно, у меня здесь есть сейвы. Причем на русском языке, я что-то не понял, у меня когда-то русификатор, что ли, стоял? Я что-то вообще ничего не понимаю. Давайте поставим, потому что, ну а что? Там такая просто приятная кринжовая русская озвучка. Doom 3, BFG Edition, русификатор. Хотя нет, на самом деле еще чем перевод третьего Дума шикарен, это тем, что там перевели все текстуры. Вообще все текстуры на компе, кроме каких-нибудь вообще непонятных, нечитаемых картинок, они... Так, как его ставить-то? Особенность информации. Срок запустить. Ага, ага. Они все переведены. Давай, спасибо, Гудок, что зашел. Тебе тоже удачи в зомби. Привет, Кристин. Костюм. Знаешь, в чем проблема, Кристин? То, что костюм, который я могу надеть, мне придется в нем его портить и делать дырки под очки. Вот в чем проблема. Давай я Валеру, короче, рядом с собой повешу, раз уж такая трабла. Да, и стримлю я с одним монитором, поэтому я буду постоянно ломать шею, читая чат. Блин. А еще, если я надену свой костюм, я запачкаю нахрен свой стул. Потому что мой костюм это костюм доктора, который в искусственной крови обляпан. Я его делал еще в 2016 году, и так до сих пор этот медицинский халат, купленный за 3000 рублей медицинский халат для студентов-медиков реальный. Но единственное, что я по-моему, там что-то резанул, что ли, или что. Ну, короче, его можно будет, по идее, продать, если его в химчистку сдать. Так, Валера. Валера здесь. Я не знаю, будет ли вам его видно. Будет вам его видно, с самого краешку. Единственная проблема, что надо сделать вот так вот. Джефд. Это тот самый Валера, который сидел рядом со мной на амнезии, чтобы хоть немножко страшно было. Хотя, если честно, один раз я даже попкакался. Скачать с сайта. Ё-моё! Нет, 100 секунд примерно будет качать. Короче, у меня почему-то был удален Doom 3 BFG Edition, на котором стоял русификатор. И я сейчас его буду ставить заново, потому что я не понимаю. Я в него играл не так уж и давно. Помятый, потому что... Блин, Кристин, понимаешь, у меня нет головы манекена, чтобы надеть на него
То есть я сейчас даже не знаю, вот что можно придумать. Мне нужна какая-то толстая бутыля. Вот такая прям толстая бутыля. Чтобы на него повесить этого товарища. Вот этого, то есть как он там выглядит. Я не буду его одевать, потому что здесь уши закрытые. И мне придется делать дырки под мочки для ушей. А я не хочу, маска хорошая на самом деле. Повесить этого товарища. Блин, я даже не знаю. Просто вот знаешь, на что бы его можно было надеть, чтобы он не был таким помятым? На вот фотик. Растяни глаза на уши. Ой, нет, это еще большая херня. Нет, еще. Блин, сейчас придумаю. Сейчас нужен какой-то вот, знаете, вот как шляпа моя, но я не хочу портить шляпу, она стоит в 18 раз дороже этой маски. Так, господи, я даже не знаю. Вот можно, знаете, как-нибудь вот так вот повернуть, чтобы пошире было. Блин, вот без второго монитора просто невозможно. И вот как-то вот так вот его сделать. Он все равно будет помятый, с помятыми щечками, но тут ничего не сделаешь. Во. Еще его немножко наклонило. Ой, твою мать. Валера, стой смирно. Во. Чуть-чуть. С одной стороны он будет помятый, но так еще кринжовее, мне кажется. А поверх маски надеть очки... Нет, тут просто понимаешь, в чем проблема, Прайд? Тут уши закрыты аж вот до сюда. Вот аж до сюда они закрыты. То есть тут просто, понимаешь, если бы они были вот так вот бы закрыты, то я можно было бы отогнуть как-нибудь вот так вот и туда засунуть мочки, но нет. Плюс как мне через это пить? Так, тем временем Doom BFG русификация установлена. Сорян, ребят, что я тут очень долго все это делаю, потому что я был уверен, что у меня Doom нужный с русификатором стоит, а тут такие проблемы. Установить. Я пойду себе кружку принесу пока. Так, завершить. Все, работает. Так, сейчас я его запущу. Слава богу, игра захватывается. Ой, как хорошо, как Русик-то хорошо поставился, значит. Сейчас будем насиловать... Объединенная аэрокосмическая корпорация. Ребят, срочно нам нужна ваша помощь. Как на английском называется это четвертая сложность Doom 3 BFG? Впоследствии она занялась бионикой. Мне нужно это в название внести. Космоса и другими научными направлениями. Благодаря неограниченным средствам и возможности игнорировать нормы морали и закона, UAC контролирует самые высокие технологии в истории человеческой расы. У меня уже где-то месяца два или три горит на то, что я очень хочу в Doom 3 на стриме поиграть. Вот просто вот сижу и хочу тупой шутан, но страшный. Такой пугающий. Шесть зрителей, ребят, вы кто? Я сейчас еще даже сенсу мышки не настроил. Что вы делаете? Откуда вы? Приближается транспорт.
Вот это, что я говорил, кстати. Все переведено, кроме, наверное, надписи ID. Понял вас, Darkstar. Подходите с азимута 07. А, да, кстати, это нормальная озвучка. Я не кринжовую скачал. Есть по-настоящему кринжовая озвучка. Это озвучка от жопы Одина. Они сейчас приземлятся. Отлично. Отправьте этого инспектора Свона сразу ко мне. Свона. Да, сэр. Darkstar, причал свободен, швартуйтесь. С возвращением. В детстве, кстати, я первый раз все-таки в игру играл с английской озвучкой. Вообще не понял, что происходит, потому что сабы я даже не знал, как включить. Да, их и сейчас нету, если обратить внимание, я хз, где они достраиваются. Походу, их даже BFG Edition не сделали. Не верю, что пришлось лететь самому. Я так не хотел. Он не оставил вам выбора. Хватит, мне уже надоело заниматься кризисным управлением после его художеств. А знаете, что забавно? Через две платформы мне эта игра может выпасть и на пусть РГГ. Так или иначе, мы должны заставить Битругера подчиниться. Так, по-моему, сейчас прицельщик будет сразу. И нужно будет одну вещь проверить, потому что изначально я в него... О, ну слушайте, по-моему, сенса и так нормальная. А, у меня еще и консоль не активируется. Ладно, давайте будем на шару делать. Вы слышите этот звук? Это что его издает? Что это? Смотрите, мы смотрим на букву Т. Да? Слушайте, даже низко как-то. У меня сколько? 264 миллиметра? Ну тут, мне кажется, еще 27 где-то получается. То есть это сенса даже меньше, чем у меня. А, я понял. Я понял, пацаны, что происходит. Смотрите на мое ХП. Еще даже демоны не вторглись, у меня ХП отнимается. Так, я понял. Настройки, давайте я... Так, вот я на один пиксель буквально шлепну. Я надеюсь, я успею промотать до того, как... Я умру? О, идеально! 26 миллиметров... 260 миллиметров с копейками. Так, я понял, ребят, короче... Да, я возвращаюсь в главное меню и беру нормальную сложность. Потому что, простите, но я... Не буду играть на сложности. Самая крупная в истории человечества. Где у меня отстояние на месте отнимается ХП, когда я просто прилетел на Марс. Простите, нет, это слишком. Благодаря неограниченным средствам и возможности игнорировать нормы морали и закона, UAC контролирует самые высокие технологии в истории человеческой расы. Понимаете, одно дело сложность, а другое дело клинический идиотизм. Потому что мне здесь будет нужно иногда стоять и вводить пароли на дверях. Ну, это быстро делается. Но если хотя бы... Ну, я так понимаю, вот эта штука начинает пиликать через 5 секунд примерно. То есть, если я на что-то отвлекусь, на чат, например, у меня будет минус 5 хп просто так. Идиотизм? Да, вот, знаете, вот, есть вот высокие сложности, как вот, например... В серьезном Сэме есть сложность серьезная. Это пятая сложность, самая большая. И она просто вот реально сложная. Именно сложная. Ну, сложнее всех остальных. По урону по тебе. Конкретно по урону по тебе. А у врагов всегда вроде как ХП одинаково. И там еще есть сложность Ментал, которая то же самое, что и серьезная сложность, только враги становятся невидимыми. Отлично. Это не сложность, это уже идиотизм. И вот здесь тоже. Сразу ко мне.
Я стою, у меня отнимается ХП, это не сложность, это идиотизм. Если бы я сейчас стоял на раскаленном полу, я бы понял, но, простите, нет. Даркстар, причал свободен, швартуйтесь. С возвращением. Я могу, так сказать... Не верю, что пришлось лететь самому. Я так не хотел. Он не оставил вам выбор. Хватит. Мне уже надоело заниматься кризисным управлением после... Ладно, черт с ним. Сенсу настроил, язык настроил, ладно, игру настроил. Все работает, ОБС работает. Ребят, если что по звуку, говорите мне, потому что так ОБС иначе, я не вижу. Он у меня под... Петругера подчиниться. Под этим, под... Бла-бла-бла, скажи мне, я скажу тебе под игрой на одном мониторе. Добро пожаловать на Марс. Все вновь прибывшие должны пройти регистрацию. Иди к администратору, он тебе все объяснит. А, ну и главное, что вот здесь можно всякую ерунду покликать. Три ящика, одна большая коробка, два контейнера, две маленьких коробки, два ящика. Вообще, кстати, по-моему, ни разу не играл в BFG Edition. Вот. Добро пожаловать. А может быть и играл. Центр я должен выбраться отсюда. Объединенной аэрокосмической корпорации. Я улетаю отсюда. Ты тоже беги. Я только не понимаю, почему здесь так темно. А еще у меня какие-то проблемы с этим монитором. Он иногда в темных местах делает все белесым. Причем не в тот момент, когда я смотрю в темную какую-то сторону, а когда я поворачиваю обратно, он такой хоба и белесым все делает. Ага, мне забавно то, что я остальное могу удалить. Засекречено, засекречено, засекречено. Блин, как же мне не хватает этих тупых шутанов иногда. Встань на один из красных квадратов на полу. Я просканирую тебя. Это займет всего пару секунд. Окей, начинаем. Я тут еще иногда прыгал. Сканирование займет больше времени. Для того, чтобы мне и ноги просканировало. Потому что вот эта штука, она пол не сканирует. От лица UAC приветствуем вас в Марс-Сити. Марс-Сити служит центром всех научных изысканий, археологических исследований и военных операций на Марсе. Основная забота UAC... Эти видосы мы отдельно посмотрим. Здорово. Сумку оставь здесь. Ее отправят в казармы. Хорошо. Сначала сообщу тебе... Мое имя Морпях. Это твой карманный компьютер. Вот если вы вам, скорее всего, не видно, там было написано, что меня зовут Морпях. Когда тебе дадут допуск к охраняемым зонам, эта штука откроет замки. Это очень важно. Не потеряй. Так. Сержант Келли требует немедленно явиться к нему. Отправляйся прямо в штаб десанта. Тебе, кстати, им волос, по-моему, добавили. Так, личные. Нести службу, как подобает военному. Ранг морпех охранник. Категория доступа. Штаб морпехов. Место. Ресепшн Марс Сити. Имя. А. Ну, там было написано, что я морпех, но это убрали. Так. Марк Кейси. Приятно то, что даже когда у тебя нет оружия, у тебя есть прицел, ты... Вот благодаря нему можно как-то поднастроить сенсу. За это разрабам спасибо. Но то, что они не сделали цифровую настройку, это, конечно, напрягает. Так, давайте загрузим видосик и посмотрим его. Данные отправлены на... Это что? Осуждаю. Так. Пошта. Комитет безопасности. Так, это данные личные, несите свою службу, пошта. Комитет безопасности. Безопасность очень важна для всего... Я надеюсь, будет не слишком скучно, если я буду все это читать. Важна для всего, что мы делаем на Марсе. Мы рассмотрим все протоколы безопасности в ноябре месяце... В ноябре месяце безопасности. Поняли? Не дрочабрь, а месяц безопасности.
Обязательно нужно, чтобы вы посетили каждый из этих... Кстати, сейчас ноябрь. Обязательно нужно, чтобы вы посетили каждый из этих важных семинаров. Правильное обращение с плазмой, правильное хранение плазмы. Как справиться с утечкой плазмы? Лучшие методы лечения ожогов от плазмы. Мне кажется, лечить ожоги от плазмы бесполезно, потому что там прожигает насквозь. У плазмы температура от 4 до 6 тысяч градусов. Экстренная... А может быть, еще горячее. Экстренная первая помощь. Узнайте о местонахождении и правильном использовании всех аптечек в комплексе. Отдельное внимание будет уделено методам предотвращения растрат ресурсов. Ресурсы растрачиваются, если применять большую аптечку, когда требуется лишь малое. Хранение оружия и боеприпасов. Специальная лекция по хранению оружия и боеприпасов. Фрэнк Ньюэльс будет давать уроки по правильному прицеливанию и передвижению. Экстренные потери окружения. Эта лекция расскажет о том, что делать при утечке воздуха. Нарушение структуры или поломки шлюза. Отдельным вниманием будет уделено распространением экстренных баллонов с воздухом. Смотрите объяснение ОП или ОН, или что это вообще, мать твою, за буква такая. Скорее всего, ОП ЮАК, чтобы узнать время и место проведения. Так, сержант Килли, доклад в штаб морпехов. Морпех, доложите управление морпехов как можно быстрее. Не тратьте время зря, нам не хватает солдат. Вы нужны мне в патруле как можно скорее, сержант Килли. И вот ты, вы знаете, вот ты сидишь и думаешь, вот ты читаешь эти сообщения, когда еще ничего... Вот представьте, вы не знаете, что такое Doom, купили Doom 3, потому что кто-то сказал, что это клево, играли, дали вам диск поиграть, сейчас 2004 год. Там 1С, там реально лицензию дали со всеми переводами, вот это сидишь, читаешь. Не хватает солдат на что? Вы там, блин, что, с марсианами, что ли, деретесь? У вас там потери какие-то адские? На что вам не хватает солдат? Что у вас там происходит вообще? Ты такой, что? И вот, вы знаете, спустя, получается, 18 лет после выхода игры, вот мне тоже вопрос даже, знаешь, сюжет. Что у них там происходит? Куда у них там солдаты происходят? Там теряются в таком количестве, что им нужно постоянно кого-то присылать. Не, ну я примерно, конечно, представляю, куда они теряются, но не в таком количестве. Директор У. Бэнкс. Добро пожаловать на Варс, морпех. Я хотел бы отнять немного вашего времени и поприветствовать вас в месте, которое мы называем «Дом вдали от дома». Мы сделаем все, чтобы ваше пребывание здесь было максимально комфортным. И если вам что-то нужно, пожалуйста, обратитесь к своему начальству для немедленной помощи. Надеюсь, что у вас будет время оценить наш великолепный персонал. Как напоминание, мы проводим здесь технические строго изолированные тесты и исследования. Пожалуйста, не заходите в запретные зоны. Любой сотрудник охраны может поможет вам, если потребуется. Искренне ваш, директор Уильям Бэнкс. Но официально я уже, по идее, сотрудник охраны. Инвентарь. Кулаки. Голые кулаки, находящиеся на конце рук. Полезны в драках. Ну, в принципе, согласен с ним. Так, брифинг от управления морпехов. Создатель штаб морпехов. Дата 03.11.2145, по-моему. Стандартные процедуры на Марсе. Добро пожаловать на Марс, десантник. Цель этого брифинга – ознакомить вас с некоторыми стандартными процедурами несения службы на Марсе. Первое и главное – это субординация. Весь передовой и сержантский состав десантных сил подчиняется мастер-сержанту Томасу Келли. По приказу сержанта Келли вы будете приписаны к патрулю, возглавляемому командиром патруля. Обращайтесь к командиру патруля по всем вопросам, связанным с несением службы. При исполнении служебных обязанностей оставайтесь в пределах патрулируемой территории. В ваш КПК записана вся информация, необходимая для эффективной охраны вверенной территории. Весь персонал должен находиться в зонах, к которым он приписан. Обо всех нарушениях режима доступа немедленно докладывайте в рапорте. И помните, безопасность прежде всего. Бережно и осторожно обращайтесь с оружием. Никогда не открывайте огонь там, где это может поставить под угрозу жизнеобеспечение комплекса. Не забывайте, вы лучшие воины галактики. Бдительно несите службу. И удачи вам, десантник. А теперь знаете, что самое смешное? Вот я это заметил еще в детстве, когда играл. Мастер-сержант — это по-нашески старшина. Это огромная марсианская база, которая частично является военной базой. Тут до хрена военных, просто дохерище. Больше, чем роты в одной роте. Здесь где-то, я не знаю, полк,
целый, небольшой. И здесь нет ни одного офицера. Всеми командует старшина. Ни одного офицера. Вообще. Я имею в виду, естественно, военного офицера. Так-то мы тут все офицеры безопасности в какой-то степени. В Марс-Сити не курят. Просим вас курить только в специально оборудованных местах. Я тебя спасибо здесь раньше не видел. Ты, наверное, из этих, из командированных. Так-то да. Управление очень обеспокоено положением дел на станции. Вот как? Разве вы не понимаете, насколько важна наша работа? Понимаю, но я уполномочен провести полное расследование. Кто вас уполномочил? Правление? Что правление понимает в науке? Их интересуют только деньги. Все, что им нужно, это товар. Не волнуйтесь, они получат свой товар. Ценой скольких жизней? Скажите, доктор Бетругер, почему рабочие так взвинчены, жалуются, требуют перевода с Марса? Обычная профнепригодность и переутомление. Ничего особенного. А еще вентиляция плохая, ты забыл сказать. Если бы мне дали больше денег и квалифицированного персонала, даже этих несчастных случаев удалось бы избежать. Боюсь, вы ничего не получите, пока мой доклад не ляжет на стол правления. Я требую права доступа везде, в том числе в Дельту. Надеюсь, с этим проблем не возникнет? Только если вы не будете путаться у меня под ногами, Свон. Вскоре здесь случится необычайное. Вот увидите. Пошли. Интересно, он такой же пораженный, как и баба из Дума 16-го года, которого демоны закараптили, по сути? Или он как бы изначально такой лютый сатанист? Судя по... Я в Resurrection of Evil не играл, но судя по этой игре, он изначально сатанист, потому что он прям вот... так сказать, демоничество получил очень быстро и как-то даже, я бы сказал, очень просто. Хотя вторжение было, откровенно говоря, обосрано. Слушай, приятель, у тебя нет доступа в эту зону. Отойди. Ничем не могу помочь. Иди в штаб десанта, там тебе все скажут. Приятель, то есть он как бы так сказать, по-дружески ко мне обратился, типа, но... Кажется, я тебя раньше не видел. Дай... Должно быть из пополнения. Да, блин, логично. Почему я кулаки держу? Играть, кстати, долго не буду. Хочу еще какие вещи поделать. Я сейчас восстанавливаю режим. Сегодня еле-еле проснулся в 6 вечера после того, как работу закончил. Прям очень тяжело. Сегодня спал, наверное, часа 2. Ага, я тоже видел эти вещи. Новости IPN. Твоя вселенная. Ой, я чей-то КПК спер. Как хорошо, когда у тебя есть макрос на мышке. Слушайте, по-моему, на Ютубе был стрим, где этот чувак... короче, кто-то поставил макрос, завел стрим, и тут было несколько миллионов, что ли. Я лучше закрою этот заслон, потому что здесь какая-то гнетущая атмосфера, а если закрыть заслон, то включается более-менее адекватный свет. Да, кстати, еще что хотел сказать. В игре есть настройки яркости, которые, конечно, как-то очень глупо настраиваются. Ладно, давайте на минимум. Ой, господи, и тут без макросов не обойтись. Более-менее нормальное освещение, где оно есть. Так, а еще, кстати, мне надо вырубить вертикальную синхронизацию. Так. Отключено. 300... Ой, 100... да, все, 120 фейпсов. Вот теперь я как-то себя получше ощущаю. А, не, нихера, у меня теперь все белемекает. Умная. Ладно, пусть будет 60, черт. Частные случаи. Теперь это так называется. Ты мне вот что скажи. Что за чертовщина там творится? Откуда я знаю? Мое дело смотреть, чтобы конвертеры не рванули. Вот и все. Вот это вот надо починить очень срочно. Так что, с твоего позволения.
Штаб десанта прямо за углом. Иди туда и доставай там хоть всех подряд. По делу ответил, по факту. Так, видеодиски. Я ж какой-то еще ролик скачал. Адам Бернш, обновление... Техник-ремонтник Адам Бернш. 10 ноября 2145 года. Сегодня утром я починил муфты теплопередачи. Все в порядке. Но когда я с ними возился, опять случилось странное. Я наладил первую группу муфт, собрался переходить к следующей, и тут услышал шепот. Попытался найти, откуда идет звук, но ничего не обнаружил. Потом я проверил журналы. Кроме меня на этом уровне вообще никого не должно было быть. Страшновато. А если вспомнить, что мне рассказывали ребята из Дельты, то просто страшно. Я уже тихо ненавижу работу в подземном ремблоке. Здесь все ходят как пришибленные, дергаются от малейшего шороха, глядят как-то странно. Нехорошее это место, в общем. Такое ощущение, что на меня вот-вот кто-то набросится. Блин, а я хотел бы там поработать. Инструмент, модулятор, я положил в складской шкаф. Ага. Рядом с лифтом на подземный уровень. Код замка 396. Так, записали. Записали, 396. 3, 9, так, мы... Моя любимая ручка. 396. В принципе, можно запрутфорсить, потому что тут меньше, чем 1000 вариантов, потому что нельзя одну и ту же цифру ввести два раза. Так. Пошта. Услуги волонтера. Так, а почему здесь... Подождите, тут... 11.08, 11... Так, мне кажется, это... да, тут письма, короче, сверху вниз идут новые. Адам, пожалуйста, внимательно следи за своим персональным цифровым секретарем. Он уже терялся и находился 3 раза в этом месяце. Как вы знаете, ваша базовая категория доступа хранится в нем. И возникает большая проблема безопасности. Каждый раз, когда ПЦС теряется, невозможность уберечь ваш ПЦС может в результате стать причиной вашего увольнения. Мистер Питерсон, супервайзер обслуживания. Ну, супервайзер это по-нашески еще можно назвать какого-нибудь руководителя группы, если кто когда-нибудь работал в крупных компаниях, где есть руководители отдела, под ними руководители группы, а под ними уже вы. Адам, вы давно должны были сдать свой отчет. Сделайте аудиозапись того, что вы сделали сегодня во время своей смены. Отправьте ее мне немедленно. Я знаю, что вы сегодня поставили новый код на хранилище. Необходимо, чтобы я добавил новый код в список. Я не хочу вам снова напоминать, как важно записывать эти коды. Мистер Питерсон, супервайзер обслуживания. Окей, Дельта. Услуги волонтера. Мистер Бернеш, у меня для вас замечательные новости. Вы были выбраны на последнем совещании управления как возможный кандидат для нашей внешней программы лаборатории Дельта. А, да, кстати, чел там, кстати, говорил про то, что... рассказывали что-то ребята из Дельты. Ребята из Дельты ничего не должны были рассказывать. Там 4-й уровень доступа. Там, как у нас, сведения особой важности, можно сказать, они разглашали. Как вы, возможно, слышали, мы проводим впечатляющие и важные эксперименты здесь, в Дельта. Ваш супервайзер рекомендовал вас как хорошего кандидата. Это потому, что он постоянно теряет свои КПК. И, по правде говоря, настоял на том, что вы идеально подойдете для работы. Я посмотрел ваш файл и соглашусь с его оценкой. Вы будете идеальным субъектом для тестов. Наша работа здесь очень важна для УАК. И вы должны испытывать гордость, что вам выпал шанс стать ее частью. Мистер Clear Sky. Системы будущего Дельты. ПСы, помните, волонтерство — лучший выбор. Мне не хотелось бы использовать пункт 12А секции 543 вашего контракта. Если вы с ним не знакомы, он позволяет нам назначать волонтеров. А мне за это что-нибудь заплатят? Ну, не мне, а этому челику. А видеодиски, я так понимаю, неважно, на кого я щелкну, да? Просто, чтобы прочитать чужую почту, нужно... тут тоже кликается. Окей. Знаете, мне это что напоминает? Записки с Dead Space 2, голосовые, когда ты на этом, на Ишимуре. Помните, там чел жаловался, что там кто-то за стенами скребется. Хотя там все разложились до супа. Я не знаю, кто там мог скребтись у этого чела. Видимо, тараканы в голове. Доктор Брэн, ждут в службе жизнеобеспечения, кабинет 4А. Видео. Я, мать твою, что скачал? Сейчас до позиции волонтер. Может, я письмо какое-то скачал?
А, фу ты, ребят, сорян, диски, диски с видео, они это в буквальном смысле какие-то CD-диски с видео, они вот такого вот размера. Координатор ОК, волонтерство за дополнительную плату. Лаборатория Дельта. Вот, за дополнительную плату я пошел. Нужны индивидуальные, нужны индивиды на важной позиции. Вы можете помочь нашей впечатляющей работе и заработать лишние деньги одновременно. Волонтеры нужны в следующих зонах. Телепортация. Нам нужны субъекты для тестирования новых телепортов. Испытайте технологии передвижения будущего уже сегодня. Медицинские работники. Нашей фармацевтической команде нужны волонтеры для участия в выдающихся изучениях. Помогите нам найти лекарства от всего... от обычной простуды до Эболы 7. Обработка образцов. Нам нужны волонтеры для сбора и перевозки образцов, полученных в ходе экспериментов в лабораториях Дельта. Потребуется проверка состояния здоровья и отказ от обязательств. Дополнительная информация о любой из этих возможностей или о месте вашего отделения, пожалуйста, обратитесь в кандидатуру УП. Я бы пошел либо на обработку образцов, да только на обработку образцов. Остальное что-то как-то жутко звучит. Особенно телепортация, где вы знаете, что если это не червоточица, то ты умираешь, и живет твоя копия. Иди доложись сержанту Келли, он в штабе. Сейчас. Уже иду. Держи его. Укол я сделаю. Тут что, какие-то трубы взорвались, что у него так лицо обожжено? Вот диск. Отлично. Код доступа 39. Нет. Сука. Ну бывает. По-моему, это видосик, который мы видели, когда только зашли. А, не. Тоже что-то военное. Представляем еще одну великолепную разработку UAC. Плазмомет МАКС-4. Многоцелевое оружие для боя на средней дистанции. Плазмомет выпускает поток синтетической плазмы, резервы которой почти не ограничены, и поэтому соответствует важнейшему критерию вооружения современной мобильной пехоты – обилию дешевых боеприпасов. Это оружие обладает значительной огневой мощью, низким весом и высокой скорострельностью, что делает его незаменимым во многих боевых ситуациях. UAC – бессменный лидер прогресса. Мощное оружие позволяет строить мир без войн. А, ребят, в природе или синтетически сделанное в реальности, в нашей, существует жидкая плазма? Потому что плазма это вроде как газ, только там уже молекулы распались, атомы распались на индивидуальные части из-за температуры. Это пукалка точно стреляет не газой, а какой-то жижей. Центр связи. Тебе что, заняться нечем? Нет, я просто хотел спросить, как ты себя чувствуешь. Я пытаюсь тут кое-что перенастроить. Поговорим позже. Что ты там перенастраиваешь? Чел, ты тупо смотришь, как какие-то надписи едут. У тебя там что-то компилируется, что ли, в этом роботе? Пулеметик. Задание выполнено. Доложить в управление морпехом. Не торопился, солдат. Так. Теперь о задании. Пропал ученый. Это не первый случай. Ты новичок, тебе и искать. Заодно и освоишься. Твоя задача проверить заброшенный центр связи. Говорят, он направлялся туда. Пройти в центр можно через подземный уровень Марс-Сити. Я запрограммировал робота. Он проводит тебя к лифту на подземный уровень. Надеюсь, чела, вот с роботом... Чела, что с твоей моделькой найдет. Случилось? Внизу лифта поста охраны. Там тебе выдадут оружие. Ага. Когда найдешь ученого, просто приведи сюда. Живого и невредимого, понял? Свободен. Так точно, сэр. Внимание сотрудников корпорации. Хотите получать больше денег? Исследовательским лабораториям Дельта нужны добровольцы. Вся информация у ваших менеджеров по файлам.
Я, кстати, когда первый раз играл, не знал, что в игре есть бег и сейвы. Я, короче, когда убирал, просто уровень заново начинал. Ой, блин, то есть тут реально вот так вот сохранение происходит? Ё-моё. Чё, в BFG Edition не смогли сделать нормальные сейвы человеческие? Есть контакт. 3, 9, 6. Ой, хорошо. Пули. Дуры. Господи, что у меня с монитором? Почему он белесым делает все, когда я выхожу из темного помещения? Что происходит? Поехали. Покинуть Марс-Сити. Подземка Марс-Сити. Я не успел ни хрена прочитать, потому что игра грузится за 0,8 секунды. Добро пожаловать в подземелье, солдат. Проблемы наличия SSD-шника. Одну минуту. Самое скучное? Я выдам тебе броню и пистолет. Я согласен, что здесь достаточно скучно. А можно мне вот это оружие? Но в принципе, подойдет. Сейчас я проверю радио. Охрана Марса, проверка связи. Отлично, прием нормальный. Значит, тебя направили в заброшенный центр связи. Это вниз по лестницам. А дальше все время прямо и наружу через шлюз. Придется немного пробежаться без воздуха, зато получишь шанс поближе познакомиться с Марсом. Окей, все в порядке. Ах да, вот еще что. Не путай штатских с мишенями, они тут работают. А что вы все имеете в виду под мишенями? Это марсианская база, марсиан тут нет. В кого я, по вашей идее, должен стрелять, мать вашу? Что тут должно случиться? Почему вы как будто бы знаете о том, что произойдет через примерно 15 минут? Эй, не трогай! Я нечаянно. Ей-богу, я нечаянно. Как же я посрался, когда увидел в детстве этого мужика. Я просто думал, что уже какая-нибудь срань начнется. А еще, кстати, их всех можно убить, и тебе за это ничего не будет. Кеквейт. А, тут еще фонарик модный сделали. Такой, ну, не то что модный, удобный. То, что он где-то рядом светит, а не прям. Чего ты там будешь? Я бы тысячу раз вот это кончил. Тогда ползи сюда и сам все сделай. Вот еще. Я мастер-наставник, а не рабочий. Ну, доделаешь ты эти муфты или нет? Ага, ага. А вы это, кстати, видите? Вот мне интересно. А у вас такого нету эффекта. То есть это сейчас я... Подождите, я в менюшку залезу. Цвет, режим отдыха глаз. Формат экрана широкий. Я не понимаю, почему у меня меняется яркость монитора. Сохранение плюс. А, во! Ёб твою мать, короче! У меня включена на мониторе функция динамической яркости. Пошли в сраку. У, сука, вот что у меня в Скайриме-то плющит яркость. Режим ПК, АВ, таймер выключения плюс. Обнаружение источника авто, время поворота клавиш. Индикатор питания, ожидания. Сука! Сука! Все, больше не плющит, слава богу. Пипец какой-то. Слушай, я тебе ничем помочь не могу. Я занят. Гранд Бастон. Тут, по-моему, парольчик будет. Гранд Бастон, мастер-ремонтник. Сегодня 19 октября.
Ко мне поступает все больше сообщений о необъяснимых вещах. Работать на другой планете, да еще и под землей, само по себе немного жутковато. Так что всегда кому-то что-то чудится. Меня тревожит то, что в последнее время таких сообщений все больше и больше. Люди напуганы. До нас доходят жуткие слухи про эксперименты в комплексе Дельта. А еще и постоянные броски напряжения. Свет постоянно мигает, а пару раз за день выключается на несколько минут. Это еще больше нагнетает обстановку. Я делаю все, что могу, чтобы держать моих ребят в форме, но у нас постоянно не хватает людей. Каждый день кто-то заболевает. Я буду держать своего начальника в курсе ситуации и регистрировать новые сообщения по мере их поступления. Конец записи. Пошта. Т. Брукс, ты в это не поверишь. Ты в это не поверишь, скорее всего, и поверишь. Прошлой ночью охранники не смогли понять, как открыть хранилище в офисе охраны. Я проверил следующее утро, объясняя им, как работать с панелями охраны. Они не понимали, что можно открыть оба хранилища с одной панели. Где они нашли этих людей? Брукс. Так, супервайзер отсека. Ноябрьское отделение безопасности. Для вашей зоны обслуживания подземки завершено. Пожалуйста, установите код безопасности хранилища в отсеке стабилизации энергии на 531. Спасибо, охрана УАК. Ой, хорошо. На обратном пути хилка понадобится, скорее всего. Тоже мне техники. У вас вообще хоть что-нибудь работает? Сэр, ученые требуют от оборудования слишком многого. Хватит отговорок. Пошевеливайся, у ученых работа стоит. Я делаю, что могу, сэр, но не пойму, что же такое происходит с системой. Странно все это. Нечего трепать языком. Вот это я понимаю, мужик, ему насрать, то что кто-то шепот какой-то слышит и прочее. Просто кто-то не рассчитывает напряжение в системе, и все постоянно горит. Господи, что за привычка подкрадываться к людям со спины? Здесь чел, и так у всех нервы на пределе со всей этой чертовщиной. У меня вот у мамы такая же проблема, я, короче, когда она на кухне что-нибудь делает, мне приходится выходить из комнаты и стучать по несколько раз во все двери, чтобы она меня услышала. Тут тоже хилка. Кстати, я не помню, если я сейчас пристрелю этого чувака, я смогу мост раздвинуть? Зона обслуживания ПД-1. Да, фонарик. А, ты тот новичок, который ищет старый центр связи? До него тебе придется топать по улице, так что не зевай. Придется пробежаться от шлюза до шлюза. А не бойся, в твоем костюме неплохие запасы кислорода. У нас, кстати, разные ПДА. У него ПДА формат 16:9. Если я правильно... А, нет. Такой же длинный. Понеслась. На обратном пути подберу тут баллон с кислородом. Что, по-моему, там какие-то проблемы с давлением будут или что-то такое. А вообще жопа будет, когда нужно будет реально гулять по улице. И защищаться при этом от кака-демонов. Почему бегом-то? Я просто доложу, что с ученым все в порядке, я его поведу. Может, у него нога сломана, мне ее унести придется. Че бегом, блин? Доберитесь до старого строения. О, почалось. А? Нет, ради всего святого, дайте мне отослать это сообщение. Их надо предупредить, пока еще не поздно. Иначе все. Система. Иначе. Вы просто не понимаете. У вас не хватит знаний, чтобы понять. Дьявол, он существует. Я знаю. Я построил его клетку. О, Господи! Господи, спаси! Субтитры
Блин, зараза. Не все так просто. Веселье почалось. Так, броник подобрать. Блин, больше не дают. Давайте я, короче, без квиксейвов буду играть, только с автосейвами. Мне кажется, так поинтереснее будет. О, там, кстати, это хилочка? Нет, это какая-то срань. А, там хилка лежит, она мне не нужна. Броню я всю взял. Ну так беги! Какой медленный мост! Блин, противники с... стрельбой это очень противная хрень. Он умер? Нет. Вот теперь, кажется, умер. Да умри ты! Что? Походу, челик пытался там спрятаться. Стреляю я, конечно, как... Категория доступа обновлена. Фрэнк Делахью, начальник энергостанции. Запись от 18 октября 2145 года. Нагрузка на энергосистему на 23% превышает номинальную. Я удлинил все смены до 12 часов, чтобы мы хоть как-то могли справиться с возрастающей нагрузкой. Комплекс Дельта потребляет все больше и больше энергии. Мы выходим за все возможные пределы. Если и дальше работать с такой нагрузкой, оборудование вскоре откажет. Я подал запрос о реквизиции запчастей из других отделений, чтобы поддерживать работоспособность наших систем. Я не понимаю, что происходит в комплексе Дельта, но я делаю все, что могу. Постоянный рост нагрузки уже сам по себе все поставил на уши. А еще и слухи... Если ситуация не выправится, скоро начнется натуральный хаос. Конец записи. Фрэнк Делахью, начальник энергостанции. Запись от 24 октября 2145 года. Главная система продолжает испытывать отказ за отказом. Только на прошлой неделе случилось два пробоя клапанов. Эти пробои способны сорвать клапаны напрочь и вызвать пожар, который может уничтожить близлежащее оборудование. До сего момента у нас был только один несчастный случай из-за этих пробоев. В основном это заслуга ремонтников, которые быстро исправляют повреждения. Наша процедура борьбы с пробоями хорошо зарекомендовала себя, я рекомендую сохранить ее без изменений. Она состоит в том, чтобы ввести с операторского терминала код неисправности 842. Конец записи. Слава богу, все вот эти записки, они не нужны для прохождения игры. Они только для всяких...
бонусов. Брайан Мора, вечеринка в лабораториях Дельты. Йоу, Фрэнк, не забудь, что в этот раз мы начинаем вечеринку раньше. 8.15, Б. Мора. Так, запрос охраны. Сотрудники... Так, подождите. Оригинальное сообщение. Кому? Охрана ЮАК. Я очень обеспокоен за безопасность себя и своих коллег. Здесь... Сырым мясом пахнет. Мама отбивные делает. Своих коллег здесь, в подземке. У нас парни застряли снаружи слюза, ведущего к старому строению связи. Похоже, что напряженность возросла за последние несколько недель. Я видел, как мои дружелюбные коллеги изменились. Я делаю официальный запрос на увеличение охраны, а также на проведение расследования, чтобы выяснить причину всех этих тревог. Фрэнк Делахью. Сотрудник... УАК, мы получили вашу жалобу и рассмотрим ваш запрос. Безопасность для нас важна. Мы сделаем все, чтобы она была в ЮАК. Искренне ваша, охрана ЮАК, оригинальное сообщение отправлено... А, это я уже прочитал. Слушайте, ребят, я окошко еще приоткрою, потому что я тут напарил, и у меня дымка стоит. Надо проветривать, потому что я поставил нормальный дрифтип на свой вейп. И теперь пара столько, что я аж сам охреневаю. У меня же глаза режут. Благо, он выветривается, если нормально окно открыть. Что? Нет. А. Чел, беги оттуда. Беги! Придурок. Идиот. Я не собирался сквозь него стрелять в челика. Так, одна пуля была не в голову. О, кстати, скоро мои любимцы, скорее всего, полезут. Я не буду здесь тратить дробаш. Вы о чем вообще? Чё вы мне предлагаете какую-то чушь? Дробаш это для серьезных ребят, а не вот для вот этой вот шишуры. Шушеры, как там правильно говорить? 240 патронов, надо тратить. О, вот это, кстати, опасно. Сука, он в шлеме. Говнюк. Что там? Что-то интересное. Фонарик вас... В оригинале, кстати, повеселее из-за того, что... Фонарь — это отдельное оружие, а не просто им нажалы. И один сзади, естественно, твою мать. Я сейчас вернусь за аптечкой. Тут можно немножко побегать. Суки! У, суки! Ой, ой, а, блин, все, я начинаю квиксейвиться, черт! А я хотел не квиксейвиться, ладно. Придется... Клавишу F5 вытащить. У меня механика, так что это позволительно. Но клавишу F9 я сам. Правда, она теперь пачкаться будет, сам механизм, пылью. Куда ты прыгнул-то, придурочный? О,
запах елочка, кстати, это прям приятно. Ой, хорошо. Ну, 2 хп, конечно, можно было сейчас не отхиливать. Ой-ой-ой, а вот это проблема. Ёб твою мать. Не проблема, сказал я. А, нет, я наоборот сказал, что это проблема. О! Наконец-то мы добрались до сюда. Я хочу играть без сейф-стейтов, поэтому я пойду, вернусь, отхилюсь еще на десяточку. Кстати, забавно, что мне пробило только на 10 хп, мне даже приятно, потому что я привык, что импы тут больненько бьют. А, что? ХП это херня. Я знаю эту игру, я знаю, как тут легко сдохнут от этих сраных бочек, поэтому я их заранее. А кстати, вот эта штука, она должна падать вот так вот на лестницу. Видимо, тут у них большие проблемы с физикой в BFG Edition. Он с дробашом, опасно было его оставлять. У тебя же не может быть больше хп, чем у импа, который сдох с 9 пуль. Чего не на элите? Я не знаю, что такое элита, но тут есть режим кошмар, который, когда ты стоишь, у тебя отнимается по 5 хп раз в 5 секунд. Как я буду почту читать, когда у меня хп каждые 5 секунд отнимается, при том, что игра во время КПК не ставится на паузу? Может, этот режим просто нахер сходит? Пока ничего тупее я не видел в своих играх. Это даже тупее, чем невидимые противники на 6-й сложности в серьезном сэме. Хотя эту вот третий Doom я люблю как игру. Ну я так скажу. В рот я любил такие сложности. Тупорылые, дебильные. Я же понимаю сложность, где у тебя одна жизнь или вообще одно хп, но вот это вот за рамками идиотизма, простите. Приемлемого идиотизма. Эй, ты,
слышал только я. Оказывается, еще и ты. Что-то случилось. Не знаю, что. Пронеслось, как волна по всей базе, и люди стали меняться. Это так страшно. Я был тут. Какой автомат? Не знаю, как мне удалось выжить. А в чем-то здесь есть какой-то секретный автомат в этой части уровня. В этой части уровня автоматов нет, он появляется потом. Я секреток не знаю, и искать их целенаправленно не буду. Я знаю, что он появится чуть позже, когда ты из вентиляции какой-то вылазишь. На КПП? Что? Каком еще КПП? Все, забей, ладно. Стоп, а откуда? Почему у меня 80 Это я ХП потеряла! Ой, сука! Нет! Никуда я не пойду! Тут безопасно! Будь осторожен! Я не знаю, что там такое! Вот автомат. А? Ой, нет, не здесь. Но я помню, где-то автомат тут валяется уже. Берется. Марк Стентон. Таможенный инспектор Марс-Сити. Не знаю, кому следует сообщить об этом, поэтому я решил разослать свой отчет всем, кому можно. Если вы получили это сообщение, прошу вас ознакомиться с ним. Это очень важно. Меня очень тревожит положение дел с получением и отправкой грузов. Меня, как таможенного инспектора Марс-Сити, должны ставить в известность обо всех прибывающих и отправляемых грузах. Кто-то действует через мою голову, так что данные о некоторых грузах ко мне не поступают. Это недопустимо. Я, разумеется, упомяну об этом в рапорте. Так не положено. А в случае чего крайним буду я. Не знаю, кто разрешает принимать и отправлять грузы без декларации, но теперь все зашло слишком далеко. Когда я пытался запретить отправку последней партии контейнеров в Дельту без таможенной очистки, один из грузчиков грязно обругал меня. Я немедленно написал рапорт и на следующем совещании поставлю в известность начальника грузоперевозок. Конец записи. Блин, чел, ты мне не дал мне огурчик доесть, ё-моё. Мне тебе твою почту читать. Поверишь, бензопилы? Поверю. О, я представляю, было много вот таких вот рофлосайтов. Спасибо. Это, так сказать, остатки моего ужина. Я доедаю, потому что я не могу есть огурцы из холодильника. У меня зубы болят. Надо, чтобы они нагрелись в комнате. Так, Маркус, эти придурки из Mix.com опять это сделали. Я запрашивал ящик с отбойными молотками, и мы получили несколько ящиков с бензопилами. Никаких отбойных молотков, черт, о чем они думали? Бензопилы бесполезны на Марсе. Я отправлю их назад, как только у меня будет время. Вы знаете, если цепь по металлу поставить, то в принципе может быть неплохая штука. Ну, я понимаю, что... Это типа, подожди, официальный сайт, они типа онлайн-магазин свой что-то сделали, по типу Амазона, или что? Я отправляю их назад, как только я понимаю, что они его сделали, как рофл-сайт. Отправлю их назад, как только у меня будет время. Пока я был рад, если бы ты накатал еще одну жалобу на Mix.com и направил мои отбойные молотки, когда они действительно прибудут. Дэвид Робинс, индустриальный комплекс. А еще кости перерубают. Ну, это да. Не, ну я имею в виду то, что в строительных условиях для чего нужна бензопила?
Ну, если, я не знаю, если существуют цепи по металлу, реально пилить какую-нибудь трубу, так сказать. Или что-нибудь еще, что не требует точной обработки. Прощайте, если вы получили это письмо, значит, я с вами работал здесь, на Марсе. Вы произвели на меня впечатление, я хочу, чтобы вы знали, я покидаю Марс и ЮАК после последнего задания завтра в лабораториях Дельты. Я буду ужасно по вам скучать и часто вспоминать. Я уверен, что узы дружбы, созданные здесь, на Марсе, продлятся до конца... Господи, продлятся до конца моей жизни. Я точно буду на связи, как только у меня будет новый адрес. Я сразу его сообщу. ФФ, прощай. Знаешь, кто этот парень? Может, это забавный дуралей из лаборатории Альфа, но я всегда думал, что его зовут Алан. Ты собираешься пойти выпить с ним? Я бы и не пошел. Но если он угощает, и там будут другие люди, может быть весело. Так, оригинальное сообщение кому? Дункан Смэтьюс. Если вы получили это письмо, значит, я буду ужасно вам скучать. Так, нет, если... Стоп, подождите, это, по-моему... Надеюсь, что вы присоединитесь ко мне завтра вечером на кухне Марс Сити, чтобы выпить. Мой шаттл отбывает утром 11... Эти пиндосские системы. Дат 16 ноября. Я не хочу упустить шанс последний раз вас увидеть. До скорого, Рэйк Эрхард. Ну, хотя нормально написано через дробь, потому что только в пиндосе пишут вот так вот дату через дробь. И месяц ставят первым. Хилка, хилка, хилка! Ой, хорошо. Я слышу, как этот чел кричит «надрачу вам». Или «надачу вам». Что это вообще значит? А, у меня фонарик сел, господи. Найдите карту АСО для доступа. По башке себе постучи. Опа. Найден предмет в инвентаре. Карта АСО. Сосол. Так. Ну... Вильсон, это сержант Келли. Держись, сынок. Постарайся закрепиться на позиции и дождись нас. Мы отыщем тебя. А еще кости перед... А, ну там кот лежал от ящика. Что? Какой кот? А, я инвентарь еще не почитал. Пистолет. Вся охрана и военный персонал ВУАК вооружены этими стандартными пистолетами. Дробовик носит ощутимый урон на близком расстоянии, однако большие разбросы уменьшают эффективность на дальних дистанциях. Автомат МГ-88 Enforce выдает высокую скорострельность и надежную точность, когда стрельба идет короткими очередями. Стандартное оружие морпехов. Причем, судя по всему, это какой-то ПП, а не автомат. Надрачу вам. Лучший настоящий марсианский друг — это вот этот вот товарищ, которого нельзя взломать с помощью я не знаю, оккультных заклинаний. О, началось. Вылезайте, мужики. Не буду я на вас даже дробовик тратить. Следующий. А. Ну хотя бы в этой игре звук не багует. А то я привык, что враг где-нибудь вот здесь, а слышит его вот там. Вот, например, в скорне вот звук забагован. Как можно забаговать звук в игре, я не представляю.
Чувак, кажется, тебе кто-то оторвал голову. Хорошо, что фонарик быстро восстанавливается. А там что? Надрачу вам. Ой, там слишком много надрачивающих. А это что стоит? Вот это я искал. Шустрый. Так, еще один драчун. Теперь я слышу откачим банк. Что это должно значить? Причем я точно знаю, что они на русском что-то говорят. По идее, тут еще жиробас будет. Вот он, да. Почему я это помню? Твою мать! А? А? Да вы рофлите! Ай-яй-яй! Ой, я, кажется, знаю, кто сейчас будет. Доктор Кисьен, врач Марс-Сити. Я только что вышел с еженедельного совещания медперсонала. Больше всего говорили о гигантском всплеске психических расстройств, который недавно обрушился на базу. Судя по числу докладов, эти симптомы проявляются у 10% всех людей на базе. А учитывая, что многие не обращаются с такими проблемами к врачу, это количество может достигать 30-40%. Проблемы возникли даже у медиков. Так мы лишились нескольких медсестер и двух хороших врачей. Я собираюсь подать официальный запрос, чтобы следующим рейсом сюда прислали еще двух психиатров. Двое наших крайне перегружены. И то, что им приходится выслушивать от пациентов, уже начинает влиять на них самих. Доктор Маркисьян, 15:47, пациент Джонатан Уиллс был госпитализирован после неоднократных жалоб на бессонницу и тошноту. По словам медсестры, когда Уиллса отвели в смотровой номер 5, он вел себя вполне нормально. Но когда я пришел его осматривать в 16:10, личность пациента успела претерпеть значительные изменения. Уиллс бросился на меня со скальпелем. Наверное, украл его из шкафчика с медицинскими инструментами. Мы с санитаром смогли его зафиксировать и вколоть успокоительное, не причинив вреда ни себе, ни ему. После ввода транквилизаторов диагностика, разумеется, стала невозможной. Но за те 20 минут, что пациент оставался без присмотра, он успел вырезать себе на руке 3 символа и разрезать себе язык пополам. Я могу лишь догадываться, что послужило причиной его психоза. Надеюсь, вскоре нам пришлют еще несколько психиатров. А пока, во избежание повторных инцидентов, все медикаменты и опасные предметы будут заперты в шкафу изолятора. А, вы не видите курсора? А, нет, видите. Конец записи.
Так, Марк, спасибо, что прислал мне аудиозапись. Хотелось бы, чтобы новости были получше. Я свяжусь с нашими коллегами здесь, на Земле, чтобы найти дополнительный персонал и ресурсы. Судя по ситуации, все будет непросто. Скорее всего, ты будешь один какое-то время. Мой тебе совет. Продолжай документировать все, что можно. Попробуй найти причину проблемы. И ради бога, запасись оружием и медикаментами на случай, если все станет хуже. Рад слышать, что ты уже принял некоторые меры за перевод припасов в хранилище. Надеюсь, что этого хватит. Я рад, что ты вложил код в свой доклад. Уезжай, Марк. Что ты покидаешь Марс? Я слышала, что ты покидаешь Марс. Я рад, что ты сможешь проводить больше времени с семьей, но меня очень беспокоит ухудшение ситуации здесь. Нам будет не хватать персонала. Твой отлет будет большой потерей. Кстати говоря, я заметил, что Зак из операций стал вести себя все более и более странно. Я не знаю, может, я преувеличиваю, может, у него тараканы в голове, клянусь. Он пытался укусить меня сегодня. Мне нужно что-то сделать в твое отсутствие, Сара. Ребят, я тупой или где? А почему, собственно, нету ни хрена? Так понимаю, вот этот чел напал, да? Блин, я сейчас аптечку зафейлил. Ой, блин, блинский. Ну шо, ребят? Ничего, ща все нормально будет. Скачивание ПЦС. Рапорт о новом... Рапорт о боевом духе солдат. Боевой дух понемногу начинает снижаться. Пока волноваться не о чем. Я держу моих ребят... А с кем воюете? Но события на базе начинают отражаться и на солдатах. На базе происходит много странного. Понятного. Я думаю, это все из-за экспериментов, которые проводит UAC. Законов здесь нет никаких. Так что экспериментировать можно с чем угодно, никаких ограничений. Постоянно все новые люди пропадают без вести. Нет, конечно, не десантники, а гражданское население, но все равно. Вывод? Не знаю, что тут творится, но ребята на взводе. В данный момент нет смысла поднимать тревогу, но я прошу сменять отряды каждые 3 месяца, а не 6, как сейчас. Сержант Тайсон. Конец записи. Рапорт о новом распорядке несения службы в десантном подразделении Марс-Сити. 30 октября 2145 года. Через несколько дней к нам прибудет пополнение. Я разработал комплекс боевой подготовки с упором на малое огнестрельное оружие, а также ввел обязательные курсы переподготовки по всему оружию и снаряжению, которое имеется у нас в арсенале. В связи с участившимися нарушениями распорядка и общим ухудшением обстановки на базе, я удвоил патрули, по 2 часовых на каждом посту. Надеюсь, новички окажутся не такими зелеными, как последняя группа. Поймите меня правильно. Ребята хорошие, но боевого опыта у них нет. Сержант Тайсон. Конец записи. РПК Хагар. Безопасность часовых ботов. Штаб сержант Тайсон. Я поддерживал идею, чтобы поставить часовых ботов в патрули. В прошлом они хорошо себя зарекомендовали. Сегодня это изменилось. Я видел, как 2 наших парня проводили обслуживание бота в Марс-Сити. Они только частично его собрали, активировали его сенсоры, чтобы проверить результаты. Внезапно часовой определил одного из морпехов как рога и начал стрелять в него. Если бы были заряжены патроны, то морпех мог погибнуть. Хорошо, что другому морпеху удалось его быстро отключить. Удоплось, ребят. Часовой бот мощный, но, возможно, слишком мощный. Зачем нам такая огневая мощь в Марс-Сити? За исключением нескольких докладов о том, что некоторые немного сходят с ума, у нас не так много проблем. Часовой бот сможет определить разницу между человеком, у которого был плохой день, и человеком, который спятил. Это вопрос. Я надеюсь, что вы поговорите об этом с сержантом, пока не случилось ничего похуже. РПК Хагар. РПК это... Капрал? Сержант Келли. Сержант Тайсон, у нас будет новый пехотинец, который заменит Аллена. Он прибудет на следующем транспорте. И убедить, что заполнили манифест для него. Сержант Келли.
Центральная охрана. Штаб-сержант Тайсон, ввиду скорого трансфера персонала, вы меняете код к складу оружия в управлении морпехов на 584. 5-8, не бибикай мне. Изменение вступит в силу 15 ноября 2045. Спасибо, центральная охрана. Надрачу вам. Где он? Где драчун? Етить их двое! 44 патрона потратил. Ай! Так, короче, вот. А, знаете что? Хорошо. Солдаты никогда не нападают внезапно. Они всегда говорят «надрачу вам». Обойма. Ту-т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 у. 5-8-4. Ой, хорошо. Ой, мамами. Ой, приятно. Солдат. Не верится, что ты еще жив. Не могу вернуться в Марс-Сити. Я сейчас в комплексе Дельта. Все выходы отсюда перекрыты. Устраиваю здесь командный пункт. Из администрации Дельта можно отслеживать состояние всей базы и связываться с остальными десантниками. Твоя задача — встретиться с группой Браво и отправить сигнал СОС. Иди через комплекс Альфа. Так быстрее всего. Я дам тебе все необходимые права. Молодец, солдат. Удачи. Кажись, я единственный рядовой, который более-менее в сознании. О, спасибо за автосейв. Сука, я ж тебя слышу. Куда ты сейчас стрелял, вот мне интересно. Отдача, конечно, не очень большая, на самом деле. А здесь есть КУЕ? Нет. Я не пытаюсь целиться в голову, потому что хоть отдача и не очень большая, но дергает, конечно, очень сильно. Здрасте. А? Ой, отдачим вам. Нет, по-моему, не один там такой. Да-да-да-да-да. Это что? Надрачу вам. Кстати, патронов было 18, по-моему. Модный, с фонариком. Паучки неплохо стреляют. О, я знаю. Это и танк, и ДД, и все. USC заботится о своих сотрудниках. Услуги профессионального... О, я такую херню вчера в Скайриме наблюдал. Челик в стену постоянно стрелял магией. Так, кстати, ребят, я, пожалуй, этот уровень пройду и закончу на сегодня, потому что еще дела есть. Хочешь сегодня поспать пораньше лечь часов в 12, хотя бы поспать часов в 6 ночи, чтобы завтра максимум часа 2 поспать и стримить начать. Чуваки с дробовиками самые неприятные. С ними ни в коем случае нельзя их же оружием перестреливаться, иначе ты сдохнешь. Здравствуйте.
Да на кой ляд я тебе помогать-то должен, придурочный? Здравствуйте. Подожди, подожди. Я сейчас сначала проверю, что там. А. Опа. Джир Обас. Кстати, вы обратили внимание, что нет ни одного тощего... О, господи. Не было ни одного толстого ученого, когда мы шли сюда. То есть откуда эти жирнички появились? Они наец... Я не знаю, съесть кого-то успели? Разжиреть или что? Ладно. Пщоль, пщоль. Он так смотрит на меня, как собачка. Необходимо отправить сигнал в пост. Это наша единственная надежда. Отключил пост. Подожди. Я подумал, что это какая-то зубная паста лежит. Сзади тоже еще будут. А-а-а! Ой! Не вовремя ты сел! Засранец маленький. Афам-фам-бам. Так, а хилочки, значит, нет, да? Обидно. Может, здесь будет? А, да, тут же есть вот этот, знаете, секреточки всякие. Ну, скорее всего, тут лежит какой-нибудь кал, типа осколков брони. О, КПКшечка. Я сейчас прочитаю, сначала хочу... Так, во-первых, здесь нельзя падать в этой игре, потому что персонаж даже не охает, когда падает на землю. А еще, знаете, что хорошо? Он нормально отлипает от стены. Нет аудиозаписей. Вот замечательно, если бы еще и почты не было. Если вы получите это письмо, значит, я с вами работал здесь на Барсе. Вы произвели... А так, это опять от какого-то Рэй Грейхарта. Запрос на решение. Мы понимаем стрессы и волнения граждан Марс-Сити. Я хочу вас заверить, что беспокоиться не о чем. У нас в охране ОАК все под контролем. Я оставил броню, которую вы просили на вашем столе. Надеюсь, она поможет вам спать немного лучше. Мы не можем выполнить ваш запрос по поводу плазмомета. В данный момент я хочу воспользоваться шансом, чтобы напомнить вам, что гражданским запрещено ношение оружия. Если вы попросите еще раз, я буду вынужден сообщить о вас в ОАК, в ОКЮАК. Если же вам удастся найти снаряжение, ваш долг вернуть его охране ОАК незамедлительно. Искренне ваша охрана ОАК. Оригинальное сообщение отправлено 15 ноября. Кому? Охрана ОАК. А сегодня вообще какая дата в этой игре? Пожалуйста, доставьте в мой отдел броню и один плазмомет с боеприпасами. Когда вокруг все это происходит, я не чувствую себя в безопасности. Я не могу уснуть, из-за этого стало трудно работать. Если так будет проще, то я всегда могу взять броню, которую охрана беспечно оставляет по всей базе. Я думаю, пистолет он бы где-нибудь мог надыбать. Ну чё, пошли? На этом пока и остановимся. Только ролик посмотрим, потому что в самом начале в администрации здесь будет ролик.
Марс-Сити. Администрация УАК. Естественно, я не успею это прочитать. Вряд ли вы понимаете, доктор Бетругер. Нет, я все прекрасно понимаю. Я отстраняю вас и беру управление на себя до окончания кризиса. Кризиса? Это теперь так называется? Ситуация вышла из-под контроля. Ситуация под полным контролем, Свон. Под моим. А вы с вашим лакеем управляйте себе на здоровье ничем. Ясно, Свон? Да, Бетругер. Теперь мне все ясно. Окей, план Б. У него там БФГшечка, если что. Но по цвету, я думаю, было понятно. Делаем сейф, и пока на сегодня хватит. Ой, а чё это Марс так растянуло? Ладно, неважно. А еще, кстати, эта игра выходила в то время, когда было популярно 3D. И здесь есть режим 3D для очков. Как быстро, кстати, загнулась эта тема с 3D. Где-то, я не знаю, сколько она просчитывала, года 3-4. Помню, в 2009-м комп обновлял, там чувак какой-то тестил это 3D, потом, ну, видимо, все заглохло с выходом 8-го поколения консоли, вот прям моментально. И как и физикс. Единственное, что вот напрягает, это то, что вот сейчас покупаем мы все карты RTX, вот через сколько этот RTX заглохнет? Даже несмотря на то, что он есть на консолях. Мне кажется, скоро. Уже, мне кажется, либо это войдет в обиход, стандартный, то есть все движки нормальные будут делаться с этим RTX. Либо вот реально это все ждет судьба, как вот какого-нибудь условного, да, 3D на мониторах. Еще как вариант, вполне возможно, что и этот, как его... Странно, что VR, так сказать, до сих пор жив, но VR это немножко иное. Просто я надеюсь, что когда-нибудь шлем можно будет купить как, вот реально, по цене монитора. То есть реально, 1020, и он при этом будет нормально работать. То есть я имею в виду сам шлем, руки, это будет все беспроводное, и стоить это будет, ну реально, как, дай бог, пол консоли. Самые такие адекватные варианты. Понятное дело, что будут версии за 100к рублей, за 150, но... Именно база, чтобы, так сказать, мейнстрим гейминг был вот на таких вот шлемах, которые стоили бы там 35к, дай боже. Ну, как такая, знаете, почти как хорошая видяха, типа там 3060 Ti или 3070 уже даже. Всем огромное спасибо, что смотрели, всем удачи, завтра, соответственно, продолжим.